Здравствуйте, друзья. Говорю шепотом, потому что мои спят, а я записываю урок для вас. Сейчас покажу, как выглядит моя домашняя студия. Тут прямо под Владимиром Ильичем расположился мой друг Феня. Феня всегда присутствует на записи моих уроков, даже если вы его не видите. А вот мой рабочий стул. Вот книжки я читаю, я их обычно читаю сразу несколько, поэтому такие стопки. А вот мои девайсы. Клавиатура Razer, еще дополнительная клавиатура, потому что я назначаю на нее какие-то горячие клавиши на определенную кнопку, определенную команду, и получился дополнительный ряд клавиш. Также есть еще кейпад. Очень удобная штука. В те редкие моменты, когда я в игры играю, очень полезно. Но в игры я почти не играю. Но для Макса Блендера тоже можно все назначить. Дома для записи уроков я использую петличку. Но это хорошая петличка. Шура. Также у меня есть микрофонный предусилитель. Добавить, потому что она сама по себе тихая. Добавить тут плюс 20 дБ, фантомное питание, ну и звуковая карточка. Камера, вебка хорошая, разеровская. Я уже купил все Razer, чтобы оно в единую программу как бы вписывалось, Synapse. Мышка тоже Razer с дополнительными клавишами. Наушники хорошие, Sennheiser HD600. Ну, собственно, все. Такая моя студия. Скоро запишу для вас урок. На этой неделе будет.